Михаил Игнатьев посетил официальный прием, состоявшийся в посольстве Японии в России и посвященный 79-му дню рождения 125-го императора Японии Акихито. Открывая официальный прием, чрезвычайный и полномочный посол Японии в Российской Федерации господин Такахито Харада отметил, что японо-российские отношения продолжают активно развиваться. Мы сотрудничаем в самых разных отраслях, в том числе и в политической, экономической и культурной сферах, в вопросах безопасности, подчеркнул Такахито Харада. Напомним, перспективы сотрудничества между Японией и Чувашией обсуждались еще 2 года назад, во время встречи Михаила Игнатьева и Такахито Харада. Тогда стороны отметили, что у наших отношений много перспектив, в частности, развитие межвузовских связей.